там пунктом 4.2 указывается, установлен неисчерпывающий перечень без хранения электронной подписи. Это может быть как сейф, так и печатный блок, закрывающийся ящик и так далее. А в чем вопрос? Вопрос, почему не хранили подпись у себя? Потому что подпись мне так на руки не отдали. Кто не отдал? В казначейство я не ходила, в журнале я расписалась в присутствии Ильиной. И все, и больше я не ходила. Ну почему? Ильина ходила там, я просто не помню сама. Порядок оформления документов не установила. Ну, вы с руководством пользователя по обеспечению безопасности ознакомлены? Не видели. Я и программу не видела, и инструкции не видела. А почему вы не обратились ко мне, если у вас не было условий для хранения флешки? С предложением их обеспечить, прежде чем возложить на вас право подписи. С вами обсуждался этот вопрос, это было выплачивание? Никто со мной не обсуждал право подписи. Меня ознакомил с приказом. То есть вам просто принесли на стол, положили приказ? Почему вы меня ознакомили? Я подписался на обсуждание, со мной никто ничего не обсуждал. Вы не сочли, возможно, эту тему говорить? Ну, не сочла. Еще один вопрос, пожалуйста, извините. Как начальник отдела доходов, вы контролировали исполнение плана бюджета по доходам? У меня программа была установлена ПУС, которая ведет учет доходных средств только в июле 2016 года. До этого у меня даже программа не была установлена. Вот после моей просьбы, когда она была необходима мне в работе для того, чтобы контролировать уплату платежей, она не была установлена. Вы как начальник отдела осуществляли эту функцию? Должны были ее осуществлять? Уплаты? Нет. Контроля? Исполнение. Анализ исполнения. Анализ исполнения? По доходам конкретно. Но эта программа не дает возможности полного контроля за поступлением. Пульс, я имею в виду. Все-таки должны или не должны? Отчет об исполнении бюджета анализировать ваши.